Здравствуйте. Продолжаются работы по утеплению отделки фасадов газобетонного дома. Дом утепляется фасадным пенополистиролом. Толщина от 100 до 150 мм с выравниванием плоскостей стен. Система Церезит. На этом объекте работы выполняют рабочие заказчика. Мы осуществляем поставку материалов, обучение и техническое сопровождение объекта. Поэтому, соответственно, дом немножечко затянулся по времени, по срокам. Конечно, если бы наши ребята делали уже, он был бы закончен, наверное, еще месяц назад, а то и больше. Ну ничего, потихонечку все координируется. Сейчас вот приезжал, замечания небольшие, видите, некоторые листы уже пожелтели на фасаде. Ну ничего, ребят, надеюсь, сейчас уже к концу октября закончат, сдадут фасад, покрасят. Потому что вот даже ведра привезены на объект с декоративкой, потому что надо уже все краситься. Время подошло. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, удачи, до свидания.